Руководители учреждений культуры подготовили презентации работы своих культурно-досуговых площадок для детей по итогам летнего сезона. Таких площадок в муниципальном образовании работало 29. На каждой из них своя изюминка. У нас построена в этом году работа на летней площадке по принципу мастер-классов. Значит, один специалист проводил, допустим, урок английского, другой – вокальный мастер-класс или хореографии, или декоративно-прикладного искусства. Ребятишки на площадку идут с удовольствием. Пока родители на работе, они узнают что-то новое, развиваются, раскрывают таланты и учатся находить общий язык с ребятами разного возраста. Здесь много детей, друзей. Здесь можно новое завести. И еще здесь очень интересные игры есть. Чтобы ребята не скучали, помимо настольных и подвижных игр, каждый день вожатые придумывают для них конкурсы, праздники, встречи с интересными людьми, мастер-классы. Подростки, которые еще сами недавно посещали площадку, приходят работать вожатыми. Я уже здесь работаю 3 лето. Мне нравится работать именно с детьми. Дети младше меня, и поэтому мне как-то легче с ними работать. Мы находим общий язык, развлекаемся, ходим на разные выставки, мероприятия. Мероприятия у нас проходят каждый день. Некоторые ведем мы с вожатыми, некоторые приходят и к нам гости проводят. Для площадок постоянно приобретают новые игры и спортинвентарь за счет бюджетных средств. Главная мысль, которую озвучили все участники семинара – детьми нужно заниматься. Предоставлять им возможность выбора интересного досуга взамен телевизора и интернета.